сколько вы получали зарплату в козлах? Потому что Гузи где-то говорил о том, что вы получаете 500 000 рублей. Могу сказать очень просто. Я не понимал, что это такое. Медиалига в смысле? Да. И он предложил мне зарплату в месяц. Я говорю, давай так. Давай нет, я не хочу ждать там это в месяц. Я говорю, вот давай я приду на тренировку, да. Это стоит там 100 рублей. Мой рабочий день стоит столько. Вот, а окей. Сколько? Ну хорошо. Всего лишь, ребята, небольшая сумма. 10 тысяч рублей. Один рабочий день. Это получается две тренировки в неделю плюс матч, правильно? Да. Платеж по кредиту подходит. И вот Дима говорил, сейчас надо тренироваться каждый день, чтобы побеждать.